Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено мой ADS Factory. Это не матрица, это не живая очередь. Это просто, друзья, рекламная платформа, где мы покупаем рекламный пакет, рекламим свои проекты. Ну и, естественно, мы на этом зарабатываем. Значит, ну, участников уже, смотрите, почти 3500. Проект только стартовал, рекламные посещения нет еще. Участники онлайн, вывода, естественно, нет, так как только что вот буквально стартовал. И пакет мини $3, стандарт 7 и эксклюзив $15. Ну и партнерская программа 5, 3 и 2%. Далее что? Смотрите, как это работает. Хочу обратить ваше внимание. Покупая себе рекламный пакет, ну, этот мини-стандарт эксклюзив, вы начинаете зарабатывать. Рекламный пакет вы можете купить в личном кабинете. В каждый рекламный пакет входит определенный вид рекламы. Так? Это я говорила в прошлом видео. Так, вы получаете ежедневное начисление, которое сразу доступно к выводу. Чем дороже пакет, тем больше начислений мы получаем. Далее что? Еще хочу обратить ваше внимание. Вот здесь, чтобы получить ежедневное начисление, вот это вот прочтете, вам следует просмотреть в день 10 реклам по 10 секунд. Это как бы обязательное условие. Вы видите отсчет времени 24 часа после просмотра последней рекламы. Если вы пропустите просмотр рекламы, то за этот день вам не начисляются вознаграждения. Вот такое вот здесь условие. Далее, что еще здесь? Как факт, вопросы-ответы. И минимальный вывод, я уже вам говорила в прошлом видео, $5. Так, минимальное ограничение на вывод PR $5, криптовалюта тоже $5. Я войду в кабинет и куплю пакет. Входим, ну вот наш как бы кабинет. Значит, что мы делаем? Наша партнерская ссылочка сразу находится. Так, далее что? Смотрите, я возьму пока пакет за $3. Нажимаю вот сюда «Купить». Значит, 120%, 4% в день. Пакет работает 30 дней. И мне будут доступны баннеры 125 на 125. Нажимаю «Купить». И открывается такое окошко. Покупка тариф мини. Стоимость $3. Выбираю платежную систему Pair Bitcoin Ethereum. У меня Pair. Нажимаю «Купить». Перебрасывать на платежную систему. Выбираю USD. Подтверждаю. И я приобрела пакет. И вот здесь, вот в этом окошке, видно вот активный пакет. Вот здесь мини один пакет. Так, далее, что еще здесь можно будет, друзья, делать? Обратите внимание, вот на эту вкладочку, как бы отделение, доступно к выводу. Здесь вкладочка «Вывести» будет, как бы, будем выводить сумму, прописываем. Pair, адрес кошелька. Нажимаем «Вывести». Это когда будет что выводить. Далее, вот здесь вкладочка «Купить». Вот на эту вкладочку обращаю ваше внимание. Нажимаем. И здесь написано «Оплатить с баланса». Если мы захотим купить еще один пакет, неважно, какой здесь нажимаем и выбираем, какой нам нужен пакет, да, мы можем оплатить с баланса как бы без пополнения уже из заработанных денежных средств. Нажимаем «Купить» и покупаем. Так. Ну, в принципе, на этом как бы все. Значит, здесь просмотр рекламы. Вот здесь, смотрите.
Нужно 10 баннерных рекламок просмотреть. Ну, давайте посмотрим. Одну нажмем «Смотреть». Идет отсчет времени. Все. Давайте-ка еще одну просмотрим. Ни капчи нет, ничего. Просто вот смотрите. Вот идет отсчет времени. Я думала, тут надо капчу разгадывать будет. И все. И вот таким вот образом быстренько все мы просматриваем. Так, далее что? Так, от пакеты. Здесь вкладочка вот доступен мой как бы мини-пакет наш отображается. Ну, профиль я показывала, партнеры. Здесь транзакции наши, вот активация программы. Рекламная панель здесь у нас. Так. Ага, здесь можно уже загружать сайт. Как бы вот мне доступен баннер, это уже в следующем, друзья, видео. И инструменты здесь у нас находятся рекламные баннеры. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, друзья, пользуемся. Здесь мы работаем только сами на себя. Здесь нет ни переливов, ни матрицы. Строить команду не обязательно, приглашать не обязательно. Что какой пакет купили, такой за такой получили денежку. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!